Аяна? А! Нельзя говорить ее слово в ЦУЕ! Убегаем отсюда! О боже мой, ребятки, у меня срочные новости. Я вот просто из-под стола вылез, чтобы вам их рассказать. Буквально несколько дней назад, прямиком на Хэллоуин, Yandere Dev выкатил огромное обновление в Yandere симуляторе, в котором добавил кучу новых вещей, и я его просрал. Ну, в принципе, как обычно. Вместо этого обновления я играл в Yandere-ку с модами, что типично для меня. Но это не самое главное. Также на Хэллоуин он сделал мини-игру, посвященную побегу в школе от Аяны. Я знаю, что у некоторых из вас, возможно, возникли флешбеки о моем видео, в котором я тоже убегал от какой-то Yandere-ки. Вот фрагменты. Я думаю, что она рядом, хотя... Она совсем рядом! И да, это у нас отсылочка к этой самой игре. Они заколлаборировались и выпустили самый настоящий побег от Аяны, что очень круто. А вот что не очень круто, так это то, что игра хочет, чтобы я взаимодействовал с Аяной с помощью голоса. Точнее, она спрашивает, хочешь ты это делать или нет. И, ну, если честно, не хочу. Ни капли не хочу. Но, может быть, мы попробуем. Я ни разу не играл в хорроры, в которых можно взаимодействовать с персонажами голосом. Но давайте попробуем. Так, я надену свои супер-мега ушки. И давайте прочитаем, какие вообще фразы у нас доступны. Мы можем, собственно говоря, говорить Аяно. Аяна Айши. Отличное начало. Where are you? Where is she? Can you hear me? Or are you there? О, вы из Англии. Добро пожаловать. Ладно, попробуем нажать Yes. Посмотрим, как она будет реагировать на наш голос. И да, видите, это самая настоящая, крутейшая пародия на Yandere-ку. Мне очень нравится. Нажимаем на кнопочку старт и посмотрим, что у нас добавил Yandere Dev в эту игру. Мы даже можем выбрать персонажа. Аято или Аяну. Ну, конечно же, я выберу Аяну. Хочу, чтобы за мной бегала Аяна. Вы видели ее? Нормал или хард? Я, блин, даже на изи не могу в игры играть. Конечно, нормал. Но можно, конечно, попробовать хард и... О, туториал! Да, насрать. Так, осматриваемся. Не, ну эта игра работает гораздо более бодрее, чем прошлая игра. Так, выходим. Если честно, мне страшно. Угу. Я нашел какой-то ключ. И мне страшно. О, подождите, это реально школа Yandere от первого лица. И мне как-то очень страшно. Я немножко так наушники приспущу. И мне нужно выбраться отсюда. Я примерно даже помню, где выход. Если я действительно начну говорить на английском, она будет как-то реагировать? Зачем мне это делать? Я могу, видимо, ходить по дверям, собирать какие-то предметы. И я не пройду эту игру, скорее всего. И тут страшно, если честно. О, вы слышали ее? Она где-то рядом. О, боже мой. Аяна, привет! Аяна, ты где? Аяна, can you hear me? Can you hear me? Нет, она меня не слышит. Это потрясающие новости, я надеюсь. Так, и аккуратно передвигаемся дальше. Это какой-то очень необычный хоррор. Я думаю, бегать мы особо здесь не будем, потому что она рано... Что? Can you hear me? Are you there? Аяна, ответь мне, пожалуйста, мне страшно. Ты, yes. Слышу ее шаги. Она бежит ко мне. Откуда? Вы слышите эти шаги? Страшно, как пиздец. Так, уходим. Куда-нибудь сюда. Давайте спрячемся. А, вон она. Я ее видел. А, она с ножом бежит. Я думал, ты просто хочешь пообниматься. Ну, пробежала мимо. Не трогай меня, Аяна, пожалуйста. Аяна, не трогай меня. Да? Не будешь трогать меня? Хорошая девочка. Очень хорошая девочка. Боже мой, где выход из этого ада? О, какой кошмар. Она тут еще страшнее, чем та девка. Та девка хотя бы боговала. Ай, вы видите ее? Вон она бежит за нами с ножом. Ой, я, кажется, вижу выход. Я думаю, что это выход. Это выход? Скажите мне, что это выход. Если это выход, я буду счастлив. Нет, это не выход. А где тогда выход? Аяна, привет! Аяна? Аяна Ашими? Или как тебя там зовут? Can you hear me? Can you fucking hear me? Нет, кажется, ей это не нравится. Она не хочет мне отвечать. Я думал, у нас будет с ней диалог. Но никакого диалога нет. Вот он выход. Я нашел его. Так. В смысле закрыто? В каком? Мать его, в смысле закрыто? Забагуй, пожалуйста. Да, я вижу, что ты тут ходишь. Аккуратненько, я буду бегать здесь неаккуратненько. Боже мой, а где мне достать сраный ключ? А, ты ржешь, тебе весело? It's not funny. Понимаешь? Это совершенно не весело. Она там за дверью стоит, я ее видел. Боже мой. Ты очень страшная сегодня. Представьте, что чувствует сэмпай. О, она зашла внутрь, я убегаю. Я убегаю, я убегаю.
А, тут закрыто. И тут закрыто. Боже мой, мне нужно бегать по открытым кабинетам. Не смешно. Совершенно не смешно. Хватит ржать надо мной. Это тебе весело. Мне ни хрена не весело. Мне страшно. Кобздец, как страшно. Сейчас обосрусь. Убегаем, убегаем, убегаем. В каком из сраных кабинетов будет ключ от двери входной? Опа, кабинет. Закроем дверь. А, я забыл шторки закрыть. Ладно, будем надеяться. Вы видели, как она подглядывала за мной? Больная, ублюдочная яндера. Боже мой. Это было так тупо. Я обосрался с ее странного движения. Она подглядывает, смотрите. Она не хочет меня убивать? Хочет со мной подружиться? Привет! Аяна! Нельзя говорить ее слово в ЦУЕ! Убегаем отсюда! Боже мой! Зачем я это сделал? Чего-чего? Can you hear me, говоришь? А, не трогай меня! Put your knife back, please! Не трогай меня! Боже мой, сколько мне от нее бегать теперь? О, двери, двери. Открываем. Закрываем. И убегаем. А, нет, она меня догнала! I can't have you. А, только ты можешь владеть мной, не надо! А, прям в печень! Твою мать. Что за бред? А где сраный нож? Я теперь хочу поиграть на... Харди. Так, окей. Я примерно понял, как она работает. Это ключ от 4.1. Вот оно что, хорошо, 4.1. Ищем 4.1, 4.6, 4.1 будет где-то недалеко. Вон там, аккуратно проходимся. Может, мы должны разговаривать шепотом, чтобы она нас не услышала. Но она со мной не разговаривает совершенно. То есть я ей не интересен по какой-то причине. Слышите, ржет. Подлюка такая. Смешно тебе? Что это было? Да... Она там была. Я видел ее хвост. А, вон она. Она подглядывает. Я вижу тебя. Я тебя вижу. Падла. Падла. Иди в сорокотень. Смотри, я сейчас шторку закрою. Да, да блин, да что ж ты бегаешь за мной, падла ты такая. Чего-чего, сэмпай? Я не сэмпай, если что, я так мимо проходил, увидел классную школу в кровище, решил прогуляться по ней, почему бы и нет, я сумасшедший. Так, она не бегает за мной, это хорошая новость. Наверное, ее с этой стороны сейчас не будет, она с той стороны. Да, не надо вот этого вот делать, пожалуйста, не надо меня преследовать. Давайте повернем вот в эту сторону, и блин, я заплутал! А где тут кабинет? Нет, это ни хрена не школа Яндеры. Только не говорите, что это тупик. А 4.2... 4.2. 4.1. Закрываем дверь. Не-не-не-не-не. Вот он ключ. Теперь 4.5. 4.5 с той стороны. Да чё вы меня туда-сюда пинаете, как мячик? Хватит, я не хочу ходить туда-сюда. Боже мой, ну что за бред? Если она там, а я могу присесть. О! Я могу прятаться. Хрен ты меня найдешь теперь. Опа, опа, опа. Я пополз. Она ведь рядом, а? Тихо. Не надо со мной разговаривать. Черт, она где-то рядом. Боже мой. Как я ненавижу играть в хорроры, вы бы знали. А, да. Ну и что тебе надо? Правильно, прячься. Вот, видела вот этого вот? А... Fuck you! Да, ты знаешь, где я прячусь? Can you hear me? Can you help me? Can you put your knife? Can you put your knife in your ass? Don't touch me, please. Блин, вот реально засунь себе свой нож в жопу и не трогай меня, пожалуйста. Я не хочу кругами бегать по этой тупой школе. Да отстань от меня, камон, ну чё ты перестала-то, а? Как мне от тебя прятаться? Что? Что? Она кинула в меня нож? Или она прицелилась уже? Что, она прям за мной, вы хотите сказать? Прячься, прячься. Сэмпая никакого здесь нет, понимаешь? Сэмпай мертв. Ты убила его. Так. А чё она взбесилась-то? Я ей вроде ничего такого не говорил. Успокойся, успокойся, пожалуйста. Так, вот он, нужный мне кабинет. Открываем, закрываем, ключ подбираем. 2.2. Фух, прячемся. За партами. А где 2.2? Опа. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай без этих фокусов цыганских, пожалуйста. Где я прячусь, тебя не должно это волновать, где я прячусь. Пошла в сраку. Иди домой. Школа закрыта для посещения. В ней только шизоиды сейчас обитают. Она забаговала? Давайте посмотрим на этот кек. Люблю, когда персонажи багуют. Да... Она выбоковала в самый неподходящий момент. Твою мать. Так, 2.2, хорошо, погнали. Она вроде в кабинетах меня не преследует, так что я могу расслабиться и просто бегать. И будем надеяться, что она меня не убьет. Библиотека. По идее, если 4 там, то 2 это там. Что это 1.5? 1.5, 1.5. А где 2.2? А, 2.1, 2.2. А, вот оно, 2.2, 2.2. Закройте, прячемся. Тихо-тихо-тихо. Твою мать. Как близко, я прям почувствовал ее потные подмышки.
Боже мой. Падла какая. Так, ключ, ключ, ключ. 1 и 1. Я думаю, это последний. Так, 1 и 3, 1 и 2, 1 и 2, вот 1 и 1. Так, я думаю, это последний ключ. Да в смысле 3 и 3? Сколько мне этих странных ключей собрать надо? 3 и 3. Вот здесь. Подбираем. 4 и 3. Отстаньте, серьезно. Я задолбался. Я задолбался подбирать эти тупорылые ключи. Серьезно, ну что за бред? Сколько я должен подобрать этих ключей? Вот я тут уже был. 4 и 2. 4 и 2. Вот тут у нас будет 4 и 3. Заходим. Ключ. 3 и 4. Нет, ребят, я устал. Я устал подбирать эти тупые ключи, серьезно. У меня сейчас сердце остановится, я готов завершать серию. Попробовать немножко на харде поиграть, буквально полсекундочки. И... все, выходить нахрен. Я думаю, что она где-то тут. А вот она. Привет. Что ты там делаешь? Тупишь? Ну и правильно. Не надо меня преследовать, главное. Один. А, что-то не понял. Не понял, что-то в чем рофл, если тут единичка, а там двойка и четверка, то тройка у нас... А, ну тройка тут, конечно. Вот здесь прям. Вот он ключ. Здрасте, мордасти, 1 и 5. Где она? Я слышу тебя. I can hear you. Go away, please. Не режь меня, пожалуйста. О, все, замечательно, идем дальше. 1 и 5. Если это не будет последним ключом, то пошла эта игра в сраку, потому что сколько я уже эти сраные ключи собираю? Может, я не должен их менять? А, все, выход. Все. Кайф. Осталось только выйти. Если она меня поймает в последнюю секунду, я просто взорвусь. Я нахрен разобью что-нибудь. Так, выход у нас вот здесь, я уже запомнил. Ты ведь не будешь ждать меня у выхода? Какая ты умница! Ты просто замечательная. Аяна, я тебя люблю. Я выбрался из этого ада. Боже мой, как я сейчас... Что за страшные звуки я стал сдавать. Хорошо, давайте теперь попробуем поиграть буквально пару минут на харде. Раз мы видели, как нас ловила Аяна, давайте поиграем с этим чувачком на харде. Посмотрим, что у нас изменится. Что он вообще будет у нас говорить? Так, берем ключ. 3 и 1. И погнали. Он, кстати, меня тоже слышит. Hello! Where are you? Where are you? А? Почему ты мне не отвечаешь? А? Так, 1 и 6. О, я вообще не в ту степь пошел. Эй, дурачок. А, так я могу вглядываться. Класс, я это понял только сейчас. Просто зашибись. Спасибо, что пораньше рассказали, хотя я думаю, в обучении это было написано. Ну да, кто читает обучение? Так, вот здесь. Опа, где ты? А, я тебя уже слышу. Там где-то. If I can't have you. Ну, прикольно, кстати. Его голос мне нравится больше. Он мне показал класс, серьезно? Класс? А-а-а, я понял твой тонкий намек. Видимо, он имел в виду, ребятки, что вам нужно прямо сейчас поставить лайкосик под этим видосиком, чтобы я продолжил обозревать различные апдейты Яндери Симулятора. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти самые апдейты. Ну а с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся.